Вот хотел бы поговорить с тобой о такой теме, как призвание человека. Считается, у меня еще учительница в школе говорила, что каждый человек там должен найти свое призвание там с первого класса и потом всю жизнь там по нему идти, например, да? А многие люди до сих пор там, кто там, куда кого занесет? Меня вообще обычно напрягает слово «должен», когда говорят, что кто вот и там должен, кому должен. Потому что с точки зрения достигаторства, если вы хотите, чтобы ваша жизнь вас радовала, нужно, чтобы ваши цели, ваши желания характеризовали словом «хочу». Не должен, не обязан, не следует, а вот просто «хочу». Соответственно, когда мы говорим о поиске предназначения, ну вот с достигаторской точки зрения, скорее вопрос о том, что вам нравится делать. Вот от чего вы и так в процессе жизни получаете удовольствие. Не вы там вот высшее призвание, которое, в общем, на вас так свалилось, и вы видите, вот, тащите на себе этот крест. Потому что тогда вы будете терять самое главное – удовольствие от жизни. Потому что это наша цивилизация, современная западная, она побуждает людей там бегом, 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 скорее, 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 скорее. А если поднимете исторически, загляните в историю, век назад люди работали меньше вообще-то, отдыхали больше, то есть спали в сутки по 8 часов. А современная цивилизация, она загоняет людей в очень стрессовые рамки, навязывая ложные ценности. Если у тебя будет крутая машина, там, домик на побережье, там, куча телок, ты будешь счастлив. Ну, это же обман. А, потому что в чем смысл? В том, чтобы сделать человека несчастным. Потому что когда человек несчастный, когда он недовольный, ему гораздо вот проще втюхать вот то, что ему нафиг не нужно. Потому что когда человек счастливый, ему вот по большому счету не так много надо. Ему не нужно там 50 мерседесов и 100 шуб из норки, потому что и одной шубы обычно так вот хватает. А вот по поводу этого занятия в жизни, потому что, ну, можно назвать это великим большим словом призвание, а мне скорее нравится слово занятие. То есть занятие то, ну, чем вы в буквальном смысле занимаетесь. И в этом смысле имеет смысл посмотреть на хобби. Потому что хобби это то, что люди обычно занимаются. Не за деньги, не за то, что им там какие-то большие гонорары, а просто вот в кайф, для удовольствия. И есть, в общем, простая технология, как можно найти себе как раз занятие для жизни, в котором вы будете успешны в смысле финансовом. Критерий номер один. Заниматься в жизни имеет то, что вам и так нравится делать по процессу. Насиловать себя там вот не нравится, там, не знаю, проявлять фотографии в проявочном. Вот вы как заставляете этот зашкварник, ну, вот все время, пока вы заставляете, вы теряете самое главное, вы теряете время своей жизни, которое безвозвратно уходит. Вернуть его никогда нельзя. Никак, к сожалению. Соответственно, первый критерий, что вам и так нравится делать по процессу. Второе. Так вот, составляете списочек пунктов 15-20. Второе, прикидывайте, а из этого в чем вы можете стать лучшим? Потому что вот есть области, в которых вы можете так быстро подняться, развиться, есть области, в которых вам там вот 50 лет развиваться, и не факт, что вы станете на самом деле лучшим. И третье, уже на третьем месте, это на что мы из этого вы сможете зарабатывать деньги. Именно в таком последовательности. Что вам нравится делать, в чем вы можете стать лучше и на чем вы сможете зарабатывать. Как все-таки понять, вот, что нравится? Тут критерий очень простой. Пытаться мозгом понять, нравится это или нет, бесполезно. Потому что наше бессознательное, оно не понимает, как если бы оно понимает, вижу, слышу, чувствую. Поэтому если вы ни разу не катались на сноуборде с горы, думать себе в мозгу, мне оно понравится или нет, до тех пор, пока вы хотя бы один раз не съехали, бессмысленно. У вас это нет в опыте. Поэтому вопрос поиска своего занятия заключается в том числе в том, чтобы пробовать разные занятия. Попробовали, поработали там, знаю, курьером, менеджером по продажам, исполнительным директором, фотографом, журналистом. Потому что до тех пор, пока вы это через свой опыт не пропустили, не на экране, не в книжке, там, не в кино, потому что это все диссоциировано, к вам это не имеет отношения. Когда вот через это вот прошли и почувствовали, вам оно ага или не ага, только после этого имеет смысл принимать какое-то решение. До этого бессмысленно. Поэтому, когда там ко мне человек пришел как на тренинг, говорит, вот я тут не знаю, чем заняться в жизни, как-то много пробовал, мне ничего не понравилось, там перепробовал кучу всего. Ну вот, простая технология. Что нравится делать, что может быть лучше, на чем зарабатывать деньги. Я так сперва меня это поставило в ступор, потом его догадался спросить. Скажите, пожалуйста, а как вы пробовали? Ответ меня поразил. В мозгу. Круто, конечно. Но если я, например, ни разу еще с дайвинга не нырял с аквалангом, я не могу понять, оценить заранее, понравится мне это или нет. Почему? У меня это в опыте нету. Соответственно, пока человек там сидит и занимается ментальной мастурбацией, вот понравится ли ему быть там генеральным директором крупного холдинга, пока он это не попробует, у него нет критериев, на которые он сможет опираться. И не все же можно попробовать. Чтобы попробовать директором крупного холдинга, там может 10 лет понадобиться, например, чтобы попробовать. Критерий здесь простой. Готовы ли вы этим заниматься даже без денег?
даже без того, что вам так приносили чемодан бабла и каждый вечер выручали. Если вам это настолько интересно, что вы готовы делать даже без денег, очень большая доля вероятности, что это, в общем, оно ваше. Ну что, я вот, мне нравится учиться. И я, в общем, то, что я здесь нахожусь на тренинге, я вообще тут башляю, в общем, деньги на проезд, проживание, питание и все прочее. Ну и мне нравится как-то транслировать знания дальше. Соответственно, вот для меня вот, вот здесь вот, то есть мне это интересно само по себе. Да, или вот, например, там многие девочки мечтают там актрисами, например, стать там, в России. Ну, пускай для начала попробуют сыграть где-нибудь в любительском театре. Потому что роль актрисы – это вообще-то очень тяжелая судьба. Там вот, знаете, зачастую там актриса не спивается, потому что там очень большая нагрузка. Нужно держать в голове огромное количество текста. Нужно уметь точно выражать эмоции. Вот со стороны, когда видишь только этот глянец, как где-нибудь там вот по подиуму ходит, все круто, до тех пор, пока не заглянешь за изнанку. Именно поэтому важно самому сделать шаг туда и попробовать, чтобы вот не только вот, как все замечательно, но и вот то, что за ширмой обычно прячется. Чтобы вы поняли для себя, вот, готовы ли вы платить за это такую цену. Потому что, сами понимаете, не везде только вот, глянец. Есть оборотная сторона. И у каждой профессии она своя. Люди иногда лелеют такую вот мечту. Я вот найду одно себе занятие для жизни и буду им всю жизнь заниматься, и буду счастлив. А я разочарую. У людей каждые 7 лет в жизни происходит большой жизненный кризис. Когда прежние задачи на жизнь, они уже закрыты, и нужно человеку для себя понять, а кто я буду дальше, какие мои следующие цели, какие следующие мои задачи будут. Поэтому даже если вы выбрали себе там какое-то занятие, просто чтобы вы знали, максимум через 7 лет вам нужно будет переосмысливать, кто вы есть в этом мире, как вы себя по-новому будете проявлять. Поэтому надеюсь, что там будете вот на скрипке там играть там все 70 лет своей жизни, но, мягко говоря, наивно. Потому что, скорее всего, вы из этого вырастете. Поэтому здесь имеет смысл искать не призвание на всю жизнь, а вот интересное занятие на ближайшие 7-9 лет, ну там 5 лет. Понимая, что и это время закончится. И тогда вам нужно будет принимать новые решения про свою жизнь. И это как раз делает жизнь интересной. А мы живем в самое лучшее время. У нас цивилизация богатая, в ней много ресурсов. И за счет этого каждый человек, в том числе вы, можете найти себе занятие по душе. Потому что если мы посмотрим немного назад, буквально там 100-150 лет, у человека, если он не был урожденным дворянином, было, в общем, по большому счету, немного вариантов. Первое, либо это этот крестьянин, который с плугом за коровой, за лошадью ходит. Второе, это ремесленник, который там сидит, там, не знаю, башмаки точает. Третье, это идти в армию. Четвертое, если повезет, помощником купца, потом в купечество. В общем, всего 4 варианта, куда можно было себя приложить. Сейчас все что угодно. Потому что цивилизация богата, у людей появились деньги, и люди за это вот готовы платить все что угодно. Поэтому здесь скорее вопрос в том, как раз вот как найти именно, что вам нравится. Причем нравится – это эмоция. Большинство людей думают, что нравится это в голове. Нет, нравится, вот, если физически, но в теле. Соответственно, когда вот вы хотите что-то сделать, вот в теле почувствуете, у вас тело как откликается? Вот, ага, то есть предвкушение, радость или интерес, сомнение, и такое, блин, не хочу заниматься. Ага. И как раз это, если хотите, поиск к счастью. Потому что такое счастье? Счастье – это жизнь, которая складывается из радостных кусочков. Радость, 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 радость. В итоге получается счастье. И когда у человека вот каждый момент его, в том числе профессиональной карьеры, ему интересен, через некоторое время человек понимает, да, я был счастлив. То есть идет осмысление. Но сначала должно быть именно ощущение проживания в теле. Можно себя, конечно, там заставить, да, мне нравится, там, не знаю, утюгом махать с утра до вечера. Но это самообман. Потому что внутри себя каждый человек знает, чего он хочет. Просто не все умеют слушать себя, прислушиваться к себе. И это именно про эмоции, про ощущения, про чувства. Вот вы представляете, вот если у вас, да, хочу. И не важно, сколько платят, я готов нырнуть, потому что я когда там нырнул вот в тренерство, там, в психологию. Первые 3 года, там, даже больше, ну, первые 3 года это мне было в убыток, то есть там, вот, ну, ничего денег не приносилось. Я туда время вваливал, то есть ездил по тренингам, повышал квалификацию, постоянно учился. Только где-то там на 5-й год мне пошли, ну, хоть какие-то интересные деньги. Мне это было интересно. Я решил, ну, ладно, денег пока не идет, неинтересно. И, в общем, и продолжаю в этом направлении и заниматься не потому, что я должен, не потому, что мне обязан. Просто сейчас, на этом этапе моей жизни, мне это дело интересно. Я понимаю, пройдет там 3, 4, 5, 6 лет, откроются новые горизонты, там, не знаю, может, компьютер обретут разум, там нужно будет с ними договариваться, я в первом образовании компьютерщик, может быть, еще что-нибудь. Поэтому, когда вы ищете себе занятия, смотрите, вот могут на самом деле сочетаться вещи не очень сочетаемые. Казалось бы, юрист и психолог,
абсолютно разные области. Но сейчас оно соединяется, профессия медиатор. Может быть, слышали? А с одной стороны, нужны знания в психологии, чтобы люди договорились. С другой стороны, нужны хоть какие-то знания в юриспруденции. И тогда, если вам это интересно, вы находите себя в мире, потому что сейчас становится очень актуально. Потому что если, например, семья собирается разводиться, может быть, не просто не сумели между собой договориться. И тогда они оплачивают услуги медиатора. То же самое, какие-нибудь крупные корпорации, если не могут между собой договориться, приглашают медиатора. И весь вопрос в том, я вот столкнулся, когда с людьми тренинги провожу, большинство людей, к сожалению, не умеют мечтать. Они не позволяют себе, что вот в жизни возможно такое, что «а, и будет прекрасно». И поэтому вот для начала полезно допустить для себя мысль, что и для вас в жизни тоже есть занятие, от которого вас будет переть с утра до вечера. Когда вы будете просыпаться утром, не сири, блин, ё-моё, опять на эту грёбаную работу сири. Так, блин. С чего начать? Да, скорее бы уже утро, блин, уже тут руки чешутся, потому что столько всего надо успеть сделать, столько всего надо. Но это будет только если вы горите этим делом, если вам это на самом деле нравится. А если серия, ну, блин, опять на постую работу, это таким образом вы, если ходите на такую работу, воруете сами у себя время жизни. Это можно изменить. Вот в моей практике, если человек вот задается целью там, из такого унылого перейти в то, что хочется жить, это срок ну, от 3 месяцев до года. То есть это процесс не быстрый, но это можно сделать. Самое главное – захотеть. Самое главное – позволить себе допустить мысль, что и для вас это возможно. Не просто в мире, там, для кого там, для Ковальцева, Павла Борисовича, там, еще для каких-то других людей. И для вас тоже. Потому что этот мир создан для счастья. Если хотите, человек создан для счастья. Просто, к сожалению, некоторые, а, этого не понимают, б, даже если понимают, ничего не делают для того, чтобы это реализовать. Потому что быть счастливым – это не то, что на вас так вот свалился мешок счастья, и вы с ним живете. Нет. Счастье – это то, что вы делаете своими действиями каждый день. И это ответственность. Быть счастливым не то, что там вот осенило крестным знамением. Это то, как вы строите свою жизнь, как вы живете, с какими людьми вы общаетесь, в личных отношениях, на какую работу вы ходите, или там в офисе, дома работаете, или какой у вас там. Это ваши поступки в течение дня. И в зависимости от того, вот, какие поступки вы делаете, соответственно, вы там, у вас больше счастья, либо как-то счастья меньше. И вот это еще один очень неприятный момент, который большинству людей тоже не нравится. Они хотят иметь все и не отвечая за это никак. К сожалению, не бывает. Обычно, знаете, человек, когда там вот работает на низкой социальной лестнице, он думает, вот тому, кто наверху хорошо, тому там куча бабла и все прочее. Один момент, один нюанс. Люди на вершине пирамиды, да, у них там власть, деньги, все прочее. Но обратная сторона обычно это очень большая ответственность. Потому что одно дело, если, ну, если на примере бизнеса. Человек работает менеджером по продажам, ну, там, ну, совершил там 20 звонков, не совершил, там, ну, какой-то объем продаж. У него зарплата начальника отдела продаж. Вот там 5 гавриков, в общем, напинать, чтобы они, блин, вот пошли и сделали. Потому что если он их не напинает, объем продаж, фирма начнет валиться. Следующий уровень ответственности и больше деньги – это коммерческий директор. То есть простроить, куда мы будем поставлять. Следующий – там исполнительный директор, который закручивает механизм. Следующий уровень – это генеральный директор, который продумает уже не эту текучку, а куда будет фирма развиваться дальше. Да, поднимаясь все выше по пирамиде социальной, там возможностей все больше, но там и ответственности больше. И вот тот человек, который не хочет принимать за себя ответственность, то есть даже не обязательно в таких масштабах, хотя бы за свою жизнь, у него никогда ничего, ни при каких обстоятельствах не получится. Так будешь жить в дерьме по шею. И обижаться, блин, какой мир несправедливый. Когда люди так говорят, да у меня ничего не происходит. Я первый вопрос спрашиваю, что ты сделал для того, чтобы у тебя жизнь была другая? Ничего. Ну если ничего, тогда чего удивляться-то? Что у каждого есть огромное количество возможностей, вариантов, как можно сделать свою жизнь изумительной. Но для этого нужно, а, принять на себя ответственность, б, для этого что-то сделать. Хотя бы там самогипноз, шестишаговый рефрейминг, достигаторство, там вот, в общем, куча всяких разных вариантов. Но что-то сделать. Само по себе, но, к сожалению, вот не дается. Я вот не понимаю, почему. Я когда с людьми в коучинге работаю, мы с ним там выходим на глубинную метафору, вот до сих пор у всех людей, с кем я общался, получалось, что кому-то там, не знаю, назовите Господом, Богом, там, эгрегором каким-то, нужно, чтобы мы развивались. Зачем, не знаю. Может, ему там нужны помощники, чтобы реализовывать еще более масштабные проекты. А если посмотрите, человек, который развивается хотя бы и по мелочам, он счастлив в своей жизни, а который решил, все, вот, я буду ходить только на эту работу, у меня будет только такая жена, у нас будут только такие отношения. Через некоторое время он скатывается в потерю ощущения вкуса жизни. Почему? Потому что наша жизнь – это постоянные изменения. И наша задача, как людей осознанных, включаться в эти изменения и не быть их жертвой, а создавать их в своей жизни. А те, которые говорят, нет, я хочу стабильности, я хочу постоянности, я хочу, чтобы ничего не менялось. Через некоторое время с такой рожей ходишь по улице. Почему? Потому что не надеюсь, что в жизни будет все постоянно. К сожалению, нет. Ну да, мне тоже бы хотелось, чтобы было все стабильно. Жизнь, к сожалению, показывает, что она немного другая.